Всем привет, с вами Герс Никита, и сегодня я начинаю проходить игру под названием The Walking Dead Mission. Наконец-то приступаю к новой игре из серии The Walking Dead. И, ребят, давайте на этом видео наберем хотя бы 30 лайков, и я тогда уже пойду снимать следующий эпизод этой замечательной игры. На самом деле, это коротенькая игра из этой серии, то есть буквально за 3 часа можно пройти Мишон, и тогда уже потом я начну проходить третий сезон. Ну и четвертый сезон, соответственно, тоже не за горами и скоро выйдет. Ну что, погнали? Новый эпизод на большой глубине. Не откладываю долгий ящик, начинаем. Мишон вышел на самом деле 100 лет назад, но... Я начинаю проходить его только сейчас. Я оставила в прошлом так много тех, кого я любила. Блять, как же громко. Надо потише сделать, наверное, да? Ну ладно, чуть попозже. Так много всех не упомнить. Так, я сейчас на паузу поставлю. Во-первых, что я хочу сделать? Звук тише. И субтитр больше. Это, по-моему, в графике, да? Качество текстур, нет, не оно. Аудио-видео, наверное. Крупный размер субтитров. Ну, где-то на троечку звук сделаем потише. Все, меня это устраивает. То громковато. Ой, выход, что я нажимаю-то, господи. Продолжаем. За тетку вообще. Есть двое, только двое. Кого я никогда не забуду. Думала, с ними покончено. Но они не покончили со мной. Я вообще не знаю, кто это, ребят, на самом деле. Может, это Клементина выросла, да? Но нет. В третьем сезоне, как вы помните, она вернулась. Поэтому это какая-то другая темнокожая женщина. Темнокожая девушка. Ну, сразу видно то, что она такая воинственная. Лидерша. Блять, зомби сзади. Quick time event. Это какие-то флешбеки опять у нее, да, пошли. Так, ку-ку-ку-ку-ку. Снова флешбэк из прошлого, да? Ты же его убил, не? Да чё ж ты никак не отъебёшься-то от меня, а? Yeah.
Блять, катан застрял, а? Я же жму, блять. Хули. Хули. Я же жал. Чё за хуйня? Давай по новой, ладно. Что там? Давайте уже быстрее. Мне уже задолбал, блядь. По 100 раз проходить. Блядь, почему ты это в прошлый раз не могла сделать, когда я жал кнопки? Пускай поджарится. Бери катану и руби их нахуй. И чё ж никак это не закончится, все это? Это эпик. Он все продолжается, продолжается. Зомбари никак не угомонятся. Так, я палач, минус голова зомби. Я палач, сиди не плачь, да? О, как я срифмовал. Да, плакать он уж точно больше не будет. Давай поиграем в боулинг его башкой. Ладно, я пошутил. Да, тяжеловато было. Ну а что сделаешь? Такова ноша нашей дамы темнокожей. Все время бороться, никогда не сдаваться, наверное, ее слоган. Мне, кстати, нравится новая графика в этой игре. Она немножко обновленная. И интерфейс тоже немного обновленный. То есть необычно так. По сути. А это кто? Спасибо! Эй, ты в порядке? Да, поборол с зомбарями, вон еще вылезли. Ну, если что, один патрон всегда для тебя остается, да? Иногда я завидую мертвецам. Не время сдаваться. Не сегодня. О нет, блять, о нет! Музыка! Черт, только не такая. The Walking Dead, Мишон. Пожалуйста, прекратите. Я понял. Классная музыка, да. Я не хочу потом это вырезать. Но я точнее не смогу вырезать на самом деле. Ну,
посмотрим. Предъявят мне авторские права за такое музло. Эпизод первый на большой глубине. Это типа такого пролога было, я так понимаю. Сейчас мы уже приступаем к первому эпизоду. Remember me, помни меня. Через 3 недели. Мама? Мама? Где ты? Черт. Все равно уснуть не могу. Рашид, прием, отзовись. Ванесса, ответь. Черт побери. Эй, Пит. Мишон. Ты почему не спишь? Твоя смена начинается через час. Не могла уснуть. У тебя снова кошмара. Ты прикрываешь, ладно? Жизнь становится лучше. Постепенно. Ты не сможешь прийти в себя за одну ночь. На такое нужно время. Пожалуйста, скажи мне, если все, ну, станет так же плохо, как раньше. Мне просто нужно чем-то себя занять. Оук! Оук! Чё? Иди сюда, Мишон будет вместо тебя. 2 минуты. Еще не получил вести от Рашида или Ванесса. Они никогда бы не рвали связь так надолго. Мы меняемся каждый раз, когда я сюда захожу. Все просто пропало. Their boat is always anchored right on the dock. Vanessa, something might have happened. Пит, с ними могло что-нибудь случиться. Может, им не удалось сюда дойти. Может быть, они еще здесь. Может, им нужна наша помощь. Мы просто этого не знаем. В этом и беда. Может, нам удастся пройти здесь еще раз по пути назад. Послушай. Ты слышала это? Ты слышала это, правда? Похоже на женский голос. Ванесса, ответь. Кажется, я что-то слышу, да? Ничего не разберу. Пит. Мишон. Опять короткие волны. Я не сдаюсь, всего год назад в этой бухте было полно лодок, они куда-то делись. Если их нет, то это не просто так. Я хочу знать причину. Прием! Прием, вы слышите меня? Прием! Ты же услышал тогда, да? Она сказала на помощь, не знаю, Пит, но не похоже на голос Ванессы. Но это человек. Возможно, она знает, что здесь случилось. Нет, черт побери, мы теряем сигнал. Слушайте, если мы не начнем заботиться о людях, которые остались там, то мы не лучше, чем эти проклятые ходячие. Ладно, давай и поможем. Ну, хоть кто-нибудь понимает. Ты единственный на этой лодке, кто приблизился к пониманию этого. Ни Берта, ни Сидик. И особенно не грёбный Оук. Знаешь, что есть люди, которые достойно были бы быть, ну, бы здесь. Смени меня, хорошо, а я разверну лодку.
Я слышу что-то. Прием. Привет, есть кто-нибудь здесь? Нам нужна помощь. Пожалуйста, ответьте. Вы в опасности? Черт возьми, работает. Слушайте, моя семья. Есть что-нибудь? Я ее слышала плохо. Я знал. Это плохая идея, Пит. Ты хочешь найти больше людей, но ты забываешь, каковы люди. Кто у нас как? Чё за... Ох, чёрт! Мы попали! Ни хрена не видно. Всё хорошо? Берта, Сидик! Вам лучше подняться сюда. На что мы налетели? Если бы я знал, ни хрена не видно. Берта, держи штурвал прямо. Приготовься, сейчас. Сидик, ложись. Ты в порядке? Спасибо, что спасла нас. Черт. Оух, держи кливер крепче. Проклятое радио, тебе нужно было просто немного приблизиться, прямо в долбанный камень. Эй, я ходил по этим водам многие годы. Здесь никогда не было такой херни. Что за херня была? Что-то другое. Ты там сказала, что здесь что-то происходит. Пит, тут больше не безопасно, твоих друзей нет, и чтобы их не прогнал отсюда, оно теперь возьмется за нас. Я же говорю, что это плохая идея. You're just being paranoid. It's not paranoia if you're right. We're stuck out here, nowhere to go. You all need to calm down. Успокойтесь, мы пока ничего не знаем. Она права, если мы будем паниковать, это не поможет нам сойти смелее. Эта девчонка по радио, и что если она имеет к этому отношение? Ребята, тянем вместе. Оук, Сидик, снимите паруса. После того, как мы проверим лодку на наличие повреждений, мы можем начать тащить. Продолжайте. Мишон, что именно она сказала? Она сказала что-то о семье. Я не смогла больше ничего разобрать. Возьми-ка. Проверь, сможешь ли ты узнать, на что мы наткнулись. Просто посмотрите, подошли ли мы к чему-то. Я имею в виду, мне нужно знать, какие у нас есть варианты. Мы должны снова начать двигаться. Ради нашего же блага. Особо смотреть не на что. Что-нибудь видишь? Похоже на старый паром. Возможно, нам стоит его проверить. Но знаешь, запчасти там, может быть, какая-то еда. Возможно. Риск кончается. Скоро нужно будет найти какую-то еду.
Это поможет вырастить фрукты на днях. Эй, Мишон, нам бы не помешала бы помощь. Нам чертовски тяжело справиться с этими брусами. Все-таки я настаиваю на своем, Пит недостаточно осторожен. Слушай, он просто оптимист. Называй его как, это как хочешь, но мы не должны пытаться найти людей. Смотрите, где мы. Пит капитан этой чертовой лодки, уважаю его. Эй, я уважаю Пита, черт возьми, но это не значит, что я не вижу его, когда он ошибается. О, ты думаешь, что ты все понял, да? Спасибо. Дальше мы сами. Эти штуки очень древние, неудивительно, что они сломались. Ах, вот в чем дело. Эй, Пит. Мы выяснили, на что мы наткнулись. Черт. По крайней мере, это не лодка Рашида. Эй, Мишон. Надеюсь, на этой лодке больше никого не осталось. Я бы не хотел так умереть. Простите, я много всякого дерьма видел на своем веку. Я просто... Знаешь, я не хочу, чтобы все это пропало. Я видел лучшие места, чем это, get torn to shreds. I like it here. Ты не единственный. Он не должен видеть меня таким расклеенным. Выглядит плохо. Пит. Нашлось что-нибудь? Видел паром, который разбился недалеко от берега. Паром? Последний раз я так паром и не видел. Там. Рычаг румпеля слетел, его разорвало пополам. Чего? Рычаг румпеля, он соединяет штурвал и... Знаешь, я ни хрена о кораблях не знаю. Просто скажи мне, что нужно, Пит. Возможно, там есть что-то, чтобы починить эту чертову лодку. Это лучший наш вариант. Проберемся на этот паром. Не хочу оставаться здесь дольше, чем нужно. С этим не поспоришь. Возможно, нам удастся найти след группы Рашида. Давай навестим команду. Мишон и я будем исследовать паром. Посмотрим, что мы сможем найти. Отлично, значит, мы просто туда соберемся. Ты не ответил на мой вопрос, черт, снова. Guys, you three, catch the boat, pull her out of here, and lay anchor near the shoreline. Got it. Don't go anywhere. Stay near the boat and keep her safe. Натащили мачете. Теперь можно пойти убивать зомбарей. Don't let this turn into a. Не превращайте это в спасательную операцию. Friends, right? Best get the parts and get back here. Pete means well, but you know what they say about good intentions. We'll get what we need. Мы найдем то, что нам нужно, и вернемся. План такой. Good. Хорошо. Come on, let's get. Уже двигаемся. You ready? Готово. Ну что, поплыли? Компаньоншип.
Командный корабль. Здесь очень тихо. Я не знаю, что-то не так. Вечный оптимист. Знаешь, кое-что действительно беспокоит меня, я хочу спросить. Что? Ты думаешь, это выглядит глупо? Что? Я не знаю, Оук как-то нес мне всякую хрень, говорил, что я выгляжу как пират. Что ж, он не ошибся. Эй! Черт. Я знал, что рано или поздно рассмешу тебя. Ты всегда такая серьезная. Должно быть, это утомительно. Я думаю, что ты преувеличиваешь. Хорошо. Хорошо, я поняла. Знаешь, когда мы тебя взяли на борт, мы не думали, что ты задержишься. Ты ни с кем не хотел говорить, я решил, что ты уйдешь, как только к тебе вернутся сила. Черт, я все еще продолжаю думать, что однажды проснусь и увижу, что эта шлюпка пропала, и ты вместе с ней. Что я могу сказать? Ты не самая ужасная компания. Я польщен. Когда мы встретились, ты была... То есть я видел, что ты собиралась сделать. Тебе было нелегко. У меня не было в планах это делать, надеюсь, ты это знаешь. Я не знал. Знаешь, до этого я был сам по себе, как ты, убедил себя, что мне это нравится. Но немного погодя, я просто... БЛЯТЬ! Сука, обосрался. Мишон, сзади! Пиздец. Топляки какие-то. А чё, как они плавать-то умеют? Из воды выходят. Осторожно. Лодка тонет. Наш единственный шанс. Жив или помер? Держи руку. Скорее. Они почти достали нас. Полагаю, мне лучше заткнуться, да? Спасибо, что прикрыл меня. Ты сделал всю работу. Проклятие, ты уже дважды спасла мне жизнь. Блять, что они тут делают под водой? Как они не задыхаются, мне интересно. Ну это же зомби. Черт возьми. Как акулы какие-то, не нравится мне это. Он может сказать нам, куда все делись. Вероятно, все они мертвы, Пит. Всегда ожидаешь самого худшего, да? Ну разве что найдем другую лодку. Похоже, мы здесь застряли.
Looks abandoned. Let's see if we can find. Посмотрим, даст ли найти твоих друзей. I thought you'd given up. Я думал, ты на них махнул рукой. Проверить не помешает. Похоже, попасть туда можно двумя способами. Трап или иллюминатор. Давай залезем в окно. Надеюсь, ты не боишься темноты. То еще туда лезть не очень хорошая идея. Хотя в темное помещение тоже не очень хорошая идея отправляться. Ну что нам остается? Dead in the water. Смерть в воде. Ну и вонь. Я не вижу. Блять, живой один. Нашел. Тебя что, цапнули? Или мне показалось? Пиздец. Дети умершие. Блять, сейчас восстанет из мертвых. Эти люди не были ходячими, они были казнены. Нет. О, нет. Не оставляй нас здесь. Мы хотим пойти с тобой. Вы не можете идти со мной, ясно? Мамочка, когда ты вернешься? Это ее дети, что ли? Кто бы мог с такой сделать с ребенком? Просто теперь все так. Причина не имеет значения. Это к чертям собачьим еще как важно. Или мы не лучше их? Я знал, что там все плохо, но не думал, что до такой степени. Похоже, это часто использовали. Они убедились в том, что никто не вернется. Руки связаны за спиной пластиковым хомутом. Так делали полицейские. Здесь мы здесь не пробудем столько, чтобы нам это понадобилось. В любом случае, там нет топлива. Пиздец какой-то. Мрак, кровь. So much goddamn как много blood. Крови. Блять. Если нам и удастся найти что-то на этой лодке, то только здесь. Убивай его, давай, блядь. Отойди. Cut him down.
должны убить его. Бедный ублюдок. Фух. Да, мрак. Не видел ничего подобного. Всех этих людей просто убили. Черт побери, кто мог такое сделать? Это не был кто-то со стороны, они сами с собой так обошлись, я это уже видел. Этот мир меняет лучших из нас, иногда к худшему. Не так. Приготовься, мы не знаем, что внутри. Там вещевой мешок, похоже, он в хорошем состоянии. Вроде все чисто, но будь бдителен. Я всегда бдителен, спасибо. Кто-то забрал все остальное, но оставил это бессмысленно. Знаю, но... Черт, нам бы это пригодилось. Да, антибиотики всякие, да. Лекарства. А это откуда? Куча амуниции. О боже. Персики и фасоль Мэри Лин. Я ел их 3 раза в день, на завтрак, обед и ужин. Сводили мою маму с ума. Сигарета. Не показывай Берта, мы только уговорили его бросить. Посмотрим, что еще удастся найти. Бабки. Деньги все еще здесь. Теперь они бесполезны. Да, в таком-то мире это уж точно. Думаешь, конфеты волшебным образом посыпятся оттуда? Эй, попытка не пытка. Кто-то любил сладости. Не видел такого уже много лет. Кто сказал, что я поделюсь? Логан Сантос. Есть что-нибудь? Empty. Пусто. Empty. Неизвестно, удастся ли еще найти такое. Блять. Там кто-то есть? Ходящий? Или выжившего заперли? Кто тут есть? Выходи. О, черт, назад. Назад. Грег. Что происходит? Эй, полегче. Кто вы такие?
Look, kid, just tell me now. Careful. I'm Michonne. Я Мишон, а это Пит. We're just passing. Мы просто проходили здесь. Ну да, как же? Это наша сумка. Отойдите-ка, ладно? Не дурите. I don't want to do this, but we need that stuff. So just back up. Take it. It's yours. Бери это себе. Черт. Пит, держись. Хрена себе, будто есть трех кнопок. Слушайте, Mortal Kombat прям какой-то пошел. Пиздец, какой-то бруталити, фаталити. Охренеть. Эй, останови ее. Эй, стоять! Рэндалл! Рэндалл! Черт! Кажется, наши воры попались. Отличная работа. Ты, похоже, ты прикалываешься. И на этот раз у тебя есть помощь. Интересно. Thought you were a solo act. What the hell is going on? Что, черт возьми, происходит? Хватит придуриваться. Это все недоразумение. Damn. Черт. Я знаю, что Сэм этого всего не делала. Достать их всех в лодку. И поосторожнее, эти новички не шутят. Блять, еще один карвер, что ли? Отведем их к норме. Шевельнуться, стреляйте. Stolen goods. Let's see. Украденные товары. Посмотрим. Два погреба, зажигалка, карманный нож, мачете. Есть укусы, сыпь, кашель. Нет, все чисто. Отдайте нам оружие. Не волнуйтесь, вы получите его обратно, как только мы все почистим. Чушь собачья. Слушай, детка, ты уже вся в дерьме. Знаешь, будь моя воля, я бы просто выбросил тебя за борт и посмотрел бы, хорошо ли ты плаваешь со связанными за рукой за спиной руками. Парень говорил со мной, может быть, я смогу его разуметь. Поосторожней, ладно? Эй, хватит болтать, говорить будешь, когда тебя спросят, понятно? Так, начнем с тебя, как тебя зовут? Мишон, меня зовут. Рэндалл. Так, довольно любезностей. Поговорим о том, что вы сделали. Мы ничего у вас не брали. Заткни пасть. Я говорю с твоим товарищем. Я не крал у тебя это дерьмо. Значит, тебе не о чем беспокоиться. Посмотрим. Хорошая мачете, ты неплохо справлялся с ходячими. Но сможешь ли ты справиться с теми, кто будет отбиваться? Sharp.
I'm damn good. Я чертовски хороша. I'll bet. Держу пари. С оружием вроде этого ты должна была быть уверенно чувствуешь себя в ближнем бою. Знаешь, каждый найденный нами живой, у них с собой мертвецы. А кто у тебя, я хотел бы знать? Мать? Отец? Может, несколько сестер? Не дети? Ты? Ого, я бы за 1000 лет не догадался. Так, ты... тебе больше нечего терять. О, я попал в нерв, не волнуйся, я такой, как ты. Ничего страшного. Посмотрим, где мы. Монро! И тебе в прошлый раз не удалось здесь осмотреться. Нужно было у нас что-нибудь украсть, а тебе не наша маленькая. Мы не были здесь никогда раньше. Оставь это для нормы. Моя сестра, она тут самая главная. Ей просто не терпится увидеть тебя. Блять, второй карвер, ёлупало. Когда это закончится уже? Закари, слава богу. Я в порядке, Йонас. Я в порядке. Вот, нашел твое пропавшее лекарство. Спасибо. Отнесу это обратно в лазарет. Эй, твоя работа еще не закончена. Пошли. Рэндалл, что у вас тут такое? Черт побери. Надеюсь, что больше никогда не увижу тебя, Саманта. Норма, я ни слова не от тебя. Нашел их на пароме вместе с этим. Вон та. Мишон. За ней следует присматривать. Это правда? Ты опасна? You don't believe me? I've never been wrong about something like this. I'm dangerous when I'm. Я опасен тогда, когда это нужно, как и мы все. Думаю, быть опасной это сейчас не так уж плохо. Ты выживаешь, если ты опасна. I can respect that. Я могу относиться к этому с уважением. Рэндалл, проводите их дам в кладовую. И этим двоим отведи удобное местечко. Что? Там мой брат. Ну же. У тебя есть это под контролем? Сэм! Грег, с тобой все будет в порядке. Шевелись. Сообщество, комьюнити. Пятая глава, что ли? Первого эпизода. Куда они тащат Пита? Не волнуйся о нем. Что с Грегом? Как-то пустовато, правда? Как будто чего-то не хватает. К счастью, моя сестра хорошо умеет добиваться ответа. Она разузнает, что вы сделали с остальным. А если нет? Мы с тобой посудачим с глазу на глаз. Я этого не допущу. Следите за ней, она вполне может устроить неприятности.
Anything goes down, and I'm blaming you. Nothing's gonna happen down here. Ничего тут не произойдет. Посмотрим. Я бы сказал, устраивайтесь поудобнее, но этого, скорее всего, не будет. Нам нужно выбираться отсюда. Они собираются навредить Грегу. These people. You don't know what they're capable of. Will you be quiet so I can Ты можешь помолчать, я подумаю тут. Давай, давай, да, хорошо. Мне вообще не следовало втягивать это своего брата, а теперь и вы. Who knows what they're gonna do to him? Is Norma right? Норма права, вы украли у них припасы. Я не брала этот вещевой мешок, вещевой мешок, если ты об этом. Это моя вина. Мне так жаль. Я просто пытался защитить свою семью, это все. Никогда бы не подумал, что они вернутся на паром. О, черт здесь происходит? Я просто хотел использовать радио, чтобы найти людей. Я не ожидал, что Рэндалл там появится. Не после. Веревка слишком туго завязана. Иди что-нибудь, чем можно ее разрезать. This used to be full. Она была полная. Неоткуда знать. Кто-то очень любит эти сигареты. Такой же марки, какие были в сумке. Mob Jack. Mob Jack. Это название парама. Должно быть, это оттуда. Они забрали и спасательный жилет. Вот почему на пароме ничего не осталось. Все это здесь. Игрушки ее детей, что ли? Робо? Робо? Блять, опять глюки, а? Что происходит? Я... This is freaking me out. Я хотел помочь, я... I know. Я знаю. Все, исчезли твои галлюцинации. Come on. Ну же. Если хочешь отсюда выбраться, скажи мне правду. Вы видели тела на пароме? Это была другая группа. Иногда мы торговали с ними. Рэндалл их всех убил. Каждого, даже детей. Came with his whole crew. And he just murdered them. Son of a bitch. Этот сукин сын. Норма told him to. Норма сказала ему, точно. Затем они забрали то, что осталось. Вот почему эти вещи здесь. Так они и поступают. Они думают, что все, что на воде, принадлежит им. Они забирают все, что найдут. А тем, кто сопротивляется... Знаешь, ведь как бывает. Будешь бороться, они тебя убьют. Если есть дорогие тебе люди, ничего этим не говори. Кто-то возвращается. Труба разболталась. Еще чуть-чуть, чуть-чуть, и я на свободе. Сэм, это плохая идея. Но лучше мне никто не подал. Это наш шанс.
Бросаемся на того, кто войдет в эту дверь. Мы можем это сделать вместе. Стоит попробовать. За дело. Бля, сейчас ей пиздец будет. Тут тихо. Я был готов к бою. Хорошая работа. Держитесь вместе. Знал, что вы опасны. Давай, Норма хочет поговорить. Фух, жалко. Не смогли выбраться. Но это была глупая идея на самом деле. Но попытаться стоило. Что ж, Мишон. Это замечательное имя. Норма, всегда хотелось быть Вероникой или Гвендолин, когда была маленькой, но, видимо, я с этим смирилась. А тебе повезло, у тебя имя, которое люди запомнят. Давай ближе к делу. Я сожалею обо всем этом, но... Я просто хочу поговорить, это все. Тогда, может быть, ты уберешь это? Разумеется, когда узнаю тебя получше. Знаю, ты злишься, но попробуй взглянуть это все с моей точки зрения. Все указывает на то, что кража у меня и моих людей твоих рук дело. Из-за этого мы оказываемся по разные стороны баррикад. Если ты видишь это не так, просвети меня, помоги мне понять. Если все пойдет хорошо, расскажи, чего ты мне хочешь. Что ты хочешь? Мы не договоримся, если ты будешь продолжать в таком духе. У нас нет причин не быть дружелюбными. Не стоит грубить сейчас. Должна помочь мне разобраться во всех деталях. Сделаешь так, и ты можешь идти домой. Продолжай. Так расскажи мне, ты и Саманта. Как долго вы были вместе? Я встретился с Сэм только сегодня. Правда? И что привело вас туда на паром? Уж очень странно это. Вы ни с того ни с сего наткнулись на... Это посреди воды. Пит и я поймали сигнал на коротковолновом радио. Он исходил с парома. Эй, Закари. Да. Скажи Дженни устроить вылазку на Моб Джек на случай, если кто-нибудь еще поймал этот сигнал. Приведи всех, кого они сюда найдут. Зря сказали. Им нужна помощь, мы о них позаботимся. Так что же твоя группа? А есть другие? Нас больше, они неподалеку. Так я и думал. Нынче небольшую группу не часто встретишь. Я знаю, как это все выглядит с твоей стороны, я понимаю. Но ты не все понимаешь. Раз вы только что встретились, тебе следует кое-что знать о Саманте. Это барышня, прирожденная лгунья. Она постаралась. Готов поспорить, она тебе мозги знатно запудрила. Мол, вся она виновата, как ей жаль, помоги ей. Ну, пожалуйста, сбежать от злой Нормы. Ну как, уже тепло. Да,
Да, она что-то такое говорила. Видишь, так я и думала. Она уже лгала нам раньше, и крала тоже. Понимаешь, почему я немного расстроена? Она просто ребенок, слишком молода, чтобы узнать что-то лучшее. Да, похоже, она и тебя одурачила. Грань между щедростью и разрешением садится себе на голову, очень тонкая. Я верю в то, что все заслуживают второго шанса, но третьего никогда. А Рашиду и Венессе вы дали второй шанс? Кому? Рашиду и Венессе. Не знаю таких, но если они окажутся здесь, разумеется, у них будет шанс. Я стремлюсь защитить этих людей, этим мы здесь и занимаемся. Я привожу людей, слежу за тем, чтобы их кормили, одевали, чтобы за ними ухаживали. А они тебе что? Компенсацию? Нам нужно то же, что и всем. Объединяя ресурсы, мы выживаем. Ты и сама все это знаешь. Может быть, я выразилась недостаточно ясно. Единственная причина, почему ты еще здесь сидишь, это потому что я решил, что хочу услышать твою версию событий. Я советую тебе прекратить ходить нахер вокруг да около. Я говорю тебе, что знаю. Верится с трудом. Последний вопрос. Где остальное мое барахло? Ты сказал, что вы были не с теми ребятами, но Рэндалл поймал вас вместе. У вас было это, но большая часть так и не была найдена. Где остальное? Это все, что было. Она не могла просто исчезнуть, правда? Приведите парня. Что ты? Выполняйте. Вот как все будет. Я знаю, что он не будет говорить со мной. Его сестра, скорее всего, забила ему голову всякими историями. Поэтому вопрос будешь задавать ты. Пустите меня. Видимо, быть занозой в заднице учит семье. Грег, верно? Мы просто проверим кое-какие факты, посмотрим, совпадает ли ваша история. Я ни за что не буду говорить с тобой, после того, как твой брат... Черт, Рэндалл! Пошел ты! Ну же, Рэндалл! Мишон, не спросишь ли ты Грега о том же, о чем я спрашивала? Как долго вы были вместе? Очень долго, мы старые друзья семьи. Это не то, что сказал Мишон. Она сказала, что вы только что встретились. Мальчик ошибся. Да, он ошибся, он соврал мне в лицо. Ладно, давайте попробуем снова, Мишон. Вопрос о твоих людях. Она хочет знать, как много нас здесь. Здесь только мы, четверо. Что ж, это расстраивает. Она сказала, что вас должно быть больше. Блять, не стреляй, ты чё, ёбнутый? Брось грёбаный пистолет! Да, так грозно, когда привязан к стулу. Рэндалл, по-моему, ты донес свою мысль. Возьми полотенце, Закари. Оставь его в покое, ладно? Он просто ребенок. Прибереги, пожалуйста, потом, когда мы закончим. Возьми грёбаное полотенце. Он снова врет.
try to extend my goddamn hospitality. He's telling the truth. Он говорит правду, это я солгала. God damn it, черт побери, Рэндалл, блять! Но это нужно было сделать, потому что убили бы его. Норм, пожалуйста, это не работает. Ты не добьешь результатов таким путем. Какого хрена ты предлагаешь? Похлопать по голове? Он прав, Рэндалл. Но это уже слишком. Всегда так. Людям нужна твердая рука. Доброту и дисциплину не построить. Ум не значит доброту, Рэндалл. Так как ты хочешь, мы не получим, что им надо. Мы с Закари разберемся. Иди вниз и проведи второго типа. Вы просто два чертовых лгуна. Этот мир гоняет меня в гребаную депрессию. Закари, на пару слов. Ты в порядке? What do you think? Ты как думаешь? Are they done with us? Они с нами закончили? It's gonna get worse. My guess is it's gonna get worse. They'll keep pushing until они будут настаивать, пока не добьются своего. Или они нас убьют. Я догадался. Я просто надеялся, что ты скажешь мне что-нибудь другое. Поверить не могу, я обоссался. Правда, если бы меня сейчас увидели младшие братья. I've never done that before. Я никогда в жизни этого не делал. Никогда. Я никогда так не боялся. Afraid. I'm not gonna tell anyone what happened. Я не собираюсь никому рассказывать, что то, о чем тут случилось. Да, хорошо. I knew about the Rotters. Я знал о гнильцах, в смысле, я сражался с ними и убивал их. Это плохо. Но люди намного хуже, правда? Я не знал, что все так плохо. They know what they're doing. They just don't care. Not everyone is like them. Не все такие, как они. Я встречал других людей, которые не убивают, если в этом нет необходимости. Если бы они были здесь. Не знаю. Все это, я говорю так о людях, но... Люди, семья, они единственная причина, чтобы жить. Что если у тебя даже этого не будет? Они остались, мои дочери, я не знала. I didn't know. You lie to yourself. Ты лжешь себе, чтобы выжить. Что ж, продолжай. But when you stop. Но если ты остановишься. Мишон. What did they do to you? Что они сделали Just с тобой? Ask questions. Просто задали вопросы. Сэм? Я ее не видел. Черт. Как в это играть? Да, Мишон, как в это играть? Я вытащу нас отсюда. И я просто не могу дождаться, когда увижу это. Разберись. Вперед. Закари. У меня есть лишь несколько вопросов. Фух. Lies. Ложь. Я знаю, куда тебя деть. Какого дьявола? Йонас. Потерял терпение, которое тебе необходимо? Нет, ты не можешь сейчас. Йонас. Не все здесь, живущие в нищете. У Йонаса и Закари одни из самых лучших кают на корабле. Хороший доктор заслуживает этого. Черт, он так много работает. А что ты делаешь, Закари, кроме того, что трахаешь Йонаса? Ты
Можем просто закончить с этим. Тебе что, эту чушь? Эту тушу жалко стало? Слушай, что бы ты не собирался сделать, Рэндалл? Нет, я не собираюсь заниматься этим дерьмом. Твоя гребаная бесполезность закончится сейчас. Время отработать свое жилище. Вот, продолжай, заставь я говорить. Блять, мне чем-то он напоминает Безрукова-то из The Walking Dead, когда мы в лагере Карвера были. Где остальные припасы? Сумки с амуницией. Не стоит держать пальцы на спусковом крючке. Не надо говорить, как держать мне эту гребаную пушку. Я просто пытаюсь тебе помочь. Хорошо, тогда говори. По-моему, она тебя всерьез не принимает. Быстро. Мне нужно место. Сейчас же. Вот так. Осторожнее, подходи к ней слишком близко. Просто сделай глубокий вдох. Хорошо, поговори с нами. Я успокоюсь, если ты успокоишься. Эй, кто здесь главный? Ты или она? Хочешь ответов? Спрашивай меня. Хватит, хватит. Не двигайся. Грег, не. Оставь ее в покое. Если хочешь угрожать кому-то, угрожай мне. Последний шанс, Закари. Делай что-нибудь. Бля, черт возьми, Закари. Так кто палку перегибает? Я не наружу, быстро. Пиздец, они убили его, что ли? Нет, Грег. Сэм. Я не могу, нам нужно выбраться отсюда. Мы должны помочь ему. Сэм. О, Бог. Грег. Hang on, Greg. Держись, Грег. Нам нужно положить его. Держись, Грег, давай, не умирай, пожалуйста, не умирай. Подумай о Алексе, это же его герой, что он будет делать без тебя? Не очень хороший герой. Нет, ты такой играешь. Пожалуйста, держись. Все, сдох. He's gone. Его нет. He's going to turn, Sam. Он обратится, Сэм. He's gonna... It happens fast. Это происходит быстро, у нас мало времени. Oh, God. О, Боже. I'm gonna need your help. Мне понадобится твоя помощь. Я не могу. I can't. I just Еще одну секунду, second, пожалуйста. Please. Не сейчас. Нам нужно об этом позаботиться, Сэм. Закончить его. Я не могу. Мне просто нужно больше времени. Нет, Грег, пожалуйста. Блять, быстро он обратился. Hold him down. Держи его. Ну ебашь, блядь, чё ты встал-то? Пиздец. Минус один. Какого хера?
поднимай пушку. Что с ним случилось? Ты, блядь, застрелил его. Я не хотел. Думаешь, это важно? Ты убил его. Это было случайно, я тебе клянусь, клянусь. Нам же его выслушать. Зачем? Он убийца. Пожалуйста. Из этой комнаты не выйдешь, сукин сын. Пидорас, блядь. Зря, наверное, я помог не убивать его. Следующая серия. The Walking Dead, Мишон. У всех есть свои демоны, детка. Мне довелось разных придурочных видеть. А ты? Ты не как все. Клетки, из которых тебе не терпится выбраться. Я вижу по глазам. Ты убийца. На такое ты способна. Ты не знаешь, на что я способна. Вы пытались остановить это. Вы 67,5% игроков упустили пистолет. Как вы вошли на заброшенный паром? Вы 28,7% игроков попали внутрь через окно. Вы подстерегли Рэндалла в кладовой. Вы 57,4% игроков ударили Рэндалла головой. Вы выдали Грега Норме. Вы 57,8% игроков разделили вину с Грегом. Вы позволили Сэм выстрелить Закаря. Вы 82,8% игроков пощадили Закаря. Продолжить. Так, ну чё, ребят, давайте пока на этом закончим. Вообще у нас всего 3 эпизода. Ну, в принципе, интересная игра из этой серии получилась. Есть свои харизматичные персонажи, за которыми интересно наблюдать. Опять же, этот ебанутый чувак типа Карвера, который, ну, точнее, Норма. Норма там главная, его сестра, по сути. Которых тоже, скорее всего, придется убить или что-то с ними сделать. То есть в первом сезоне были семейка Сент-Джонов ебанутые, которые нас хотели убить и в заложников держали. Во втором сезоне был Карвер и Мишон сейчас... вот это вот Норма с ее братцем. Все, ребят, всем спасибо за просмотр, всем пока.